Добро пожаловать на футбол. Отличный день для отличного матча. Обеспечивает сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Журичич. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Опасно тут будет. Как же так, он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Роналду. Мяч перешел к другой команде. Добро пожаловать на футбол. Отличный день для отличного матча. Обеспечивает сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Журичич. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Опасно тут будет. Как же так, он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Роналду. Мяч перешел к другой команде. Добро пожаловать на футбол. Отличный день для отличного матча. Обеспечивает сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Журичич. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Опасно тут будет. Как же так, он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Роналду. Мяч перешел к другой команде.
добро пожаловать на футбол. Отлично.